Впервые в звездном городке гости, представляющие Северный Кавказ. Это огромная территория России, которая славится своим искусством песни и танца. Я хочу предоставить слово заместителю генерального директора фонда по сети «Кавказ» Александру Кондратову. Добрый вечер, дорогие друзья. Принимайте нашу любовь. Любовь всего Кавказа. Самое лучшее, что у нас есть. Это для вас. С праздником вас. Любви вам, счастья и долгих лет. Спасибо.
Барт. Бурные аплодисменты.
И для вручения благодарности я хочу пригласить на сцену заместителя председателя Совета депутатов городского округа «Звездный городок» Московской области Павла Юрьевича Никишкина. Благодарностью главы городского округа «Звездный городок» Московской области награждается московский ансамбль кавказского танца «Бар». Руководитель Магомед Муцалхан. За участие в праздничной программе «Музыка и песни народов России» городского округа «Звездный городок» Московской области. В честь Дня России. Спасибо вам за мастерство, дружбу и жизненную энергию. Желаю счастья, здоровья, творчества. Фотография на память.